Толерантность – это путь к миру и согласию. 16 ноября ежегодно отмечается Международный день толерантности. Его суть заключается в том, чтобы снизить случаи проявления неуважения людей друг к другу, исключить конфликты между людьми разных национальностей. Это самый понимающий праздник в мире, можно так сказать, потому что важно, очень важно, чтобы каждый человек понимал друг друга, находил поддержку друг в друге, уважительно относился к вероисповеданию, культуре, традициям, обычаям, привычкам, устоям каждого человека. И поэтому мы приглашаем людей сюда, концертную программу подготовим для них, замечательные слова, поздравления, чтобы они, уходя от нас, несли это добро, эти светлые чувства в мир. В Самарском дворце ветеранов прошел праздничный концерт «От сердца к сердцу», посвященный Международному дню толерантности для актива городской организации инвалидов. Елена Клычева – инвалид второй группы. По словам женщины, ей очень важно, что приглашают вот на такие встречи. Главное – внимание и забота, а для души – творческий подарок. Если звезда упала на подушку, я не спроси, откуда ты? Дайте отдохнуть немножко, я с тобой тело высоты. Сейчас осень, депрессия, а здесь заряжаешься позитивом. И уже хочется жить, творить, и радостные возвращаемся домой. Праздничный концерт открыл автор-исполнитель, известный самарский бард Александр Исаев, исполнив всеми любимые композиции. Праздник прошел интересно, а все присутствующие получили позитивный настрой. Елена Чернявская, Николай Епифанов. События.